Калек, вот скажи свои вот впечатления вот для, как сказать, вот через какое-нибудь время посмотрим вот эти ролики и вспомним те классные моменты, когда мы были молодые, то есть когда мы отдыхали. Вот вообще, какие у тебя сейчас вот настроения, вот чего такого? Настроение у меня сейчас, блин, отдохнуть, но уже и отдохнул, уже устал от этого отдыха. Надо валить в город, мне уже надоело, в деревню. Ну ты что здесь, смотри, такая красота. Конечно... Красота она красотой, блин. Да, если вот это сейчас все восстановить, здесь на этом чистом воздухе, вообще было бы, наверное, супер. Это, наверное, вот каждая... мечта каждого пацана, человека вот в нашем возрасте. Почему? Потому что вот, блин, вот этот переход тянет на природу, да? Или либо мы такие, может, городские фека стали, то есть вот понимаем, что здесь чистота воздуха, там того, другого. Нет, мы сейчас просто повзрослели, наверное. И поэтому нас тянет, бывает. Баню, природу. Но когда молодые были, мы сидели бы, что ли, здесь. Сейчас бы, блин, палки в огород, блин, заставишь. Это все года, блин. Раньше и в бане париться не любили, а сейчас хрен бы вынуть. Да, вот, уважаемые зрители, вот человек, который сейчас перенес операцию, ну, сколько, ну, можно сказать, загубил. Мы сами губим свои организмы. Вот, и поэтому, наверное, вот сейчас больше переживания идет внутренне, это как прорваться дальше? Как дальше жить, блядь. Как дальше жить, да, вот задумка. Потому что понимаешь, что работая, пахая, вот как мы вот неделю приехали вот назад, вот, по сути, сделали, мы приехали просто родителям помочь, наверное, и большой фронт работы сделали. Но дни быстро кончаются, охренеть, просто-напросто. И силы иссякают. И кажется, что время летит, бля, ничего не успеваем. Просто, наверное, нужно в жизни найти такой доход, я считаю, чтобы вот, что бы ты бы делал бы, это бы тебе нравилось, и это приносило тебе деньги. А это самое главное, что такое вот? Вот это свобода, свобода жизни, свобода жить. Да, не будешь работать, никто не даст, да. А физическим трудом красиво жить не будешь. Да, вот такие вот красоты. И сейчас вот поехали дальше продолжать вкалывать. Затеяли привезти родителям еще сено. Вот, и это... Тележку надо сделать. Проще, конечно. Своими усилиями тележку. Да. Проще купить. Вон. Металл даже вон. Видите? Вот цепил. Так что давайте. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь в центре событий. Вот в дальнейшем у нас еще будут такие видео здесь об испытании техники. Ну, вот, допустим, Урал. Вот еще есть мотоблоки. Вот. Вообще, какая техника в деревне такая самая ходовая? Давайте.